Еще в 2015 году митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан сообщил о том, что в центре Ульяновска на своем историческом месте будет возрожден женский Спасский монастырь. Воссоздание монастыря в его историческом виде планируется провести в несколько этапов. После восстановления сестринского корпуса, на территории которого расположен домовой храм в честь Иверской иконы Божией Матери, начнется строительство игуменского корпуса, где разместятся иконописная и швейная мастерские. Кроме того, уже разработан эскизный проект воссоздания храма во имя Спаса Нерукотворного образа, для строительства которого практически все готово. Но в лучшем случае мы в этом году освободим площадку. Еще вопрос с гаражами до конца не урегулированы. Город и область передает, все идет своим чередом. Все владельцы гаражей, кроме одного, дали согласие. Ну, с этим надо будет еще вести дополнительные переговоры. Архитекторы проработали и предложили вариант строительства между Дворцом культуры Губернаторский и торговым центром Версаль – колокольни Спасского женского монастыря с надвратным храмом. Он воспринимается одним образом с площади и другим образом из города. А цель вот этой вещи, ну как вот всего силуэта задать, вот эти башенки появились для того, чтобы именно создать силуэт и ориентир в городе с разных точек. Храм будет посвящен всем новомученикам, исповедникам земли Симбирской. И уже, можно сказать, эта колокольня будет памятником всем тем, кто пострадал в годы Советского Союза, вот это, в Великолепии.